Привет всем! Сейчас будем заваривать чайный гриб. Нам понадобится сахар, сам чайный гриб, заварка. Я взял такой вот сосуд, уже налил кипяченой воды, охлажденной, комнатной температуры. Так, достаем мы чайный гриб отсюда. Пересаживаем. Сейчас я так, в водичку. Вот мы его здесь промываем. Так, и отставляем в сторону пока. Идем банку мыть. И надо ее простерилизовать. Так, банку простерилизовали. Мы начинаем дальше делать. Нам надо залить заварку. Заварку я в этот раз сделал из зеленого чая. Процедить сразу ее. Чтоб там грязи не болталось. Вот у меня столько получилось. Гриб не любит солнце. Его надо в темное место ставить. Вот. Чтобы гриб быстрее созрел, сахара много не надо добавлять. Если гриб не всплывает или всплывает боком, значит сахара мало. Надо добавлять сахара. Так, дальше заварка готова. Наливаем воды. Все должно быть комнатной температуры. Что-то пенится. Правильно, наверное, за чая. Так, дальше берем ложку, добавляем 5 ложек сахарного песка. Тщательно перемешиваем. Так, перемешали. Теперь достаем гриб. Так. И запускаем его в плавание. Так, кстати, мне давали меньшего размера гриб. Вырос вот он у меня по размерам. Было в 2-литровой банке. Я его в 3-литровой банке начал выращивать. Так, все. Пошел у нас в плавание гриб. Сразу начал всплывать. Сейчас помогу ему. Вот. Ничего страшного, если перевернется, он там найдет свое место. Дальше обязательно что? Надо сделать марлю наверх, чтобы не заводились ни бложки, ни мошки. Так что такие вот дела, ребята. Все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока, удачи.